Всем привет! С вами Обучашка ТВ. Ой, кто это к нам приехал? Это зеленый грузовичок. Он что-то привез. Это же письмо. Письмо? А давай откроем. Интересно, кому оно? Да это же свинке Пеппе. Свинка Пеппа, если хочешь получить подарок, то собери все цифры, которые спрятались, а потом разложи их по порядку от 1 до 10. Как только все сделаешь правильно, появится подарок. Представляешь? Давай начнем. Будем помогать свинке Пеппе? Да. Итак, с чего же нам начать? Давай начнем с цветочной поляны. А смотри, там сколько много ромашек. Свинка Пеппа же нашла циферки. Какие же тут циферки, Сашуль, подскажи, пожалуйста. 5 и 8. Молодец. Какая ты молодец, свинка Пеппа. Две циферки мы уже нашли. 5 и 8. Правильно. Так, теперь нам нужно их куда-то положить аккуратненько. Давай грузовичочек, наверное, вези на цветочную поляну. Мы будем там складывать, а оттуда потом возьмем и будем смотреть, все были мы циферки собрали или нет. Ну все, наш грузовичочек отвез. Пойдемте искать дальше. Где теперь мы будем искать? Там. Там, это где? А, где животное, да? Да. Смотри, это, по-моему, там зоопарк. Смотри, там жираф. Мантенок и бегемот. Как классно. Это жираф, это бегемот. А ты помнишь, когда мы с тобой были в зоопарке, что кушал жираф? Яблочки и морковку. Яблочки и морковку, правильно. Давай туда пойдет искать. Угу. Ой, свинка Пеппа еще нашла циферки. Смотри, 3 и 6. 3 и 6. Классно, давай туда же отнесет пусть. Давай теперь свинка Пеппа туда сама отнесет их, давай. Возвращайся, свинка Пеппа. Будем искать дальше. Где же мы теперь будем искать? Там. А свинка Пеппа знаешь, что говорит? В зоопарке еще циферки спрятались. И она сейчас за ними туда пойдет. Ой, свинка Пеппа опять нашла циферки. Какие тут циферки? Давай вспомним. 2, правильно. И 4. Молодец, свинка Пеппа. Еще плюс 2 циферки. Давай эти циферки теперь отвезет грузовичок. Так, у нас еще осталось совсем немножечко цифрок. Свинка Пеппа, теперь куда пойдешь искать? Давай пойдешь за вот это деревце и кустики. Ой, свинка Пеппа, кажется, опять что-то нашла. Ну давай быстрее, свинка Пеппа, к нам покажи, что у тебя там. Какие же тут циферки ты нам принесла? Какие, Сашуль, это циферки? Смотри, ну-ка давай посмотрим. 7 и 10. Какая молодец, свинка Пеппа. Умничка. Нам осталось совсем немного еще найти. Свинка Пеппа, давай в этот раз ты сама отнесешь циферки на цветочную поляну нашу. Нет, давай грузовичок. Грузовичок? Ну ладно, давай грузовичок. Наш грузовичок вернулся, да, Сашуленька? Поставь его давай в стороночку пока. Вот сюда давай мы его поставим. Так. Ой, нам осталось, по-моему, последние циферки найти. Где же они могли спрятаться? Где мы еще не смотрели? Под домиком. В домике, правильно. Свинка Пеппа, ну-ка давай быстрее беги в домик. Может быть, там они спрятались? Давай скорее неси, какие у тебя там циферки спрятались? Не вижу. Видишь? Какие же тут
циферки спрятать? Здесь один и... Девять, семь, правильно. Девять. Ну-ка давай посмотрим. Правда, один и девять. Молодец, какая свинка Пеппа. Свинка Пеппа, ты все циферки нашла. Ну-ка, теперь нужно все циферки расставить в ряд. И тогда у нас появится подарок. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, правильно, восемь, девять, десять, правильно, вот все разложили правильно. Ну-ка, давай еще заново пересчитаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодец! Как здорово! Мы все циферки поставили правильно и все нашли. Ну где же наш подарок? Почему он не едет? Вот же что-то едет. Наверное, это самый есть подарок. Свинка Пеппа, это твое. Что же там такое? Да это же конфеты! Свинка Пеппа, сколько у тебя будет конфет теперь? Ты нас угостишь ими? Да. Конечно, она нас угостит, она же не жадная. И вы, детки, угощайте всех. Если вам понравилось наше видео, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!